подавляющей части надо расплачиваться за потреб кредита, а примерно 10% соотечественников гасить ипотеку. Растет и доля кредитов на рефинансирование ранее взятых займов. Это признает даже ЦБ, который, как известно, уверен, что никакого кризиса нет и не предвидится. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не устает повторять, что не согласна с выводами главы Минэкономразвития. Еще бы она была согласна, ведь в том числе под ее уже присмотром за последние 15 лет банкиры украли и вывели со счетов своих клиентов порядка 500 миллиардов долларов. В ЦБ эту близорукость назвали оздоровлением банковской системы. Миллионы людей, вклады которых превышали уровень страховки, лишили своих денег. Предприятия, работавшие через банки в белую, потеряли десятки, сотни миллиардов. И никто им эти потери не возместил.